Владивосток, 12 декабря 2022 года. Засыпают песок для катка. Там материалы лежат. В центре будет собран шатер теплый. Ну, наверное, как в прошлом году. Домики будут стоять. Здесь лежат какие-то конструкции. Собирают елку, каркас. Здесь уже вот такие вот ларечки стоят. Наверное, здесь кофе будет, чай, еще что-то. Сцену в этом году собирать не будут. Ну вот такая вот площадь на сегодняшний день.